Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы знаете, 1 августа у нас стартовал розыгрыш, в котором может победить каждый участник. Сегодня 31 августа, а значит, пора это все разыграть. Прежде чем мы начнем, я хотел бы вам напомнить об условиях розыгрыша. Основной задачей являлось поделиться анонсом розыгрыша в своей социальной сети и на нашем сайте оставить ссылочку на ваш профиль, для того, чтобы мы могли вам присвоить номер билета. Всего получилось 37 билетов, то бишь 37 участников. Вот, поэтому предлагаю начать с призеров. Это первое место 300 тысяч, второе 200 тысяч и третье 100 тысяч. Для этих мест было дополнительное условие. Это заключить договор на покупку дома в любом из наших жилых комплексов. Хоть Жемчужина, хоть Встречный, хоть Азовский. Итак, давайте узнаем победителя номер 3. Итак, барабан закрыт, кручу. Кручу, верчу, запутать хочу. И третье место у нас занимает 2. Федор. Федор у нас занял третье место и получает 100 тысяч рублей. Я помечаю себя. Так, давайте узнаем второе место. Второе место, представляете? Второе место. 200 тысяч. Итак. Достаю 20. Мария. Мария, вы выиграли вообще-то 200 тысяч. Поздравляю вас. 20. И 300 тысяч рублей, дорогие друзья. 300 тысяч рублей. Первое место. Давайте, кручу барабан. Кручу, верчу, запутать хочу. Первое место, дорогие друзья. Первое. А пускай будет этот. 7. Александр. Это Александр, номер 7. Александр, я вас поздравляю. Вы выиграли 300 тысяч рублей. Итак, ну, давайте не будем забывать про других участников. Поэтому узнаем, что победили другие. Итак, значит, следующим этапом у нас идут часы настенные с логотипами «Стройгарант Анапа». Красивые, я тоже себе такие хотел. Но, видимо, они достанутся не мне. Кручу, верчу, запутать хочу. Все, открываю. Давайте, достаю любой. 29, дорогие друзья, 29. 29. 29 у нас Олег. Поздравляю вас. Итак, следующим призом у нас будет 2 термокружки. Две термокружки. Так, закрываю вороночку. Кручу, кручу, запутать хочу. О, какой, пускай будет этот. Номер 18. Номер 18. Илья, поздравляю вас. Вы выиграли термокружку. Кто же выиграет вторую термокружку? Давайте же узнаем. А вторую термокружку у нас получит... Кто у нас там получит? Кто у нас получит? 23. 23 номер. 23 номер. Так, Михаил. Поздравляю Михаила. 23 номер. Далее идут у нас кружки. Кружки «Стройгарант Анапа», белая и красная. Давайте узнаем, кто победил. Кручу, кручу, барабан. А ну, пускай он и будет. Он застрял у нас. 27-й. 27-й номер. По 27-м номерам у нас Сергей. Сергей, поздравляем вас. Поехали дальше. Кручу, кручу, кручу. Запутать хочу. Кто победил? 8. 8, дорогие друзья. 8. 8. Сергей, тоже Сергей, только другой Сергей. Сергей победил, поздравляю вас. Следующий. Кто у нас выиграет кружку-то? Вот здесь номер 1 упал, видимо. Да, пускай будет номер 1. Номер 1. Масленникова. Поздравляем вас. Четвертая кружка.
Закрываем. Кручу, запутать хочу. Давайте достаю любой. Какой здесь? 30? 32. 32 билет. 32. Евгения, поздравляем вас. Сегодня кружку, а завтра, может быть, и призы выиграете. 32 номер. Итак, далее у нас идут кепки. Кепки, дорогие друзья. Стройгарант Анапа. 4 кружки мы уже разыграли. Кто выиграет кепку? Кепку выиграет 35 номер. 35 номер. Михаил, поздравляем вас. 35. Еще одну кепку кто выиграет? Кто выиграет еще одну кепку? Шестнадцатый номер. Дмитрий, поздравляем вас. 16. И третью кепку у нас выиграет данный человек. 26 номер. 26 номер. Это Светлана. Поздравляем вас, Светлана. Теперь будете защищаться от солнца. Так, 26. Так, теперь футболки. Футболки Стройгарант Анапа. Итак, кручу. Далее у нас пойдут сумки. Но сейчас футболки. Застрял билет. 24. 24 номер. 24 номер. Футболки. Поздравляем вас. 24 номер. Варвара, поздравляем вас. Поехали дальше. Кручу. И 12. 12 номер. 12 номер у нас выигрывает футболку. Анжела, поздравляем вас. Кручу дальше. И третью футболочку у нас забирает. Забирает третью футболочку у нас 13-й участник. Это Христина. Поздравляем вас. 13-й участник. Получилось 12-13. Так, следующие у нас сумки. Сумки, дорогие друзья. Вот пляжные сумки в белом и красном стиле с логотипами Стройгарант Анапы. 6 сумок всего. Итак, 4. 4. Кручу дальше. 4-й участник это у нас Сергей. Поздравляем. Много Сергеев у нас уже. 31-й. 31 номер. Это Олег. Олег, поздравляем вас. 31. Далее. Третью сумку. Номер 5. Номер 5. Номер 5. Алена. Алена, поздравляем вас. Будете теперь на пляж сходить с сумкой. 14. 14 номер. Александр, поздравляем вас. Следующий у нас номер 3. Номер 3. Это Людмила, поздравляем вас. И еще один участник получит сумку. А получит у нас участник 33-й. 33-й. Это Владислав. Поздравляем вас. Теперь перейдем к блокнотам. А после блокнотов уже значки. Стройгарант Анапы. Вот значки. А вот блокнот непосредственно. Итак, блокнотов у нас 6. Блокнотов 6 у нас. Так. 6. 6-й участник получает блокнот первый. Это Алена.
Поздравляю вас с блокнотиком. Будете записывать телефоны. 21 участник забирает блокнот. Елена. Да, Елена, поздравляем вас. Следующий участник забирает блокнот. 11 участник. Олеся. Олеся, поздравляем вас. Семнадцатый участник получает следующий блокнот. Юлия. Юлия, поздравляем вас. Сегодня блокнот, а завтра машина. Знаете, главное участие. 30. Ой-ой-ой. Номер 30, дорогие друзья. Номер 30. По 30 номерам у нас Егор. Егор, поздравляем вас. Так, еще один блокнот у нас получает. Давайте подольше покручу, потому что уже блокнотов не будет. Покручу. Ну ладно, застрял. 10, дорогие друзья. Алексей, поздравляем вас. И, соответственно, остальные участники. Это 37. 9, 19, 22, 28, 15, 36 и еще два участника. 34 и 25. Получаю значки «Стройгарант Анапы». Позвольте, я назову их имена, иначе это будет неуважительно. Под 15 номером у нас Алла. Алла, поздравляем вас. Под 19 номером Михаил. Поздравляем вас. Под 22 номером Марина, поздравляем вас. Под девятым номером, да, пропустил девятый номер, Надежда, поздравляем вас. Под 28 номером Татьяна. Под 25 номером Лилия. Под 34 Александр. Под 36 Мария. 36 номер и 37 номер Владимир. 37 номер Владимир. Что ж, дорогие друзья, для того, чтобы забрать призы, вам необходимо позвонить или написать на этот номер, который вы видите сейчас на экране, и, соответственно, сказать вам, ну, указать свой адрес, потому что мы его не знаем, и по-другому мы не сможем отправить вам призы. Пожалуйста, позвоните, даже если вы выиграли брелочек, нам будет это очень приятно. И вообще спасибо вам большое, что вы участвовали. Если кто-то расстроился, может быть, кто-то выиграл не то, что хотел, в следующий раз может повезти, потому что, я думаю, это не последний розыгрыш, еще такие будут. Вот, поэтому ставьте лайки, пишите эмоции, которые вы испытывали, когда видели непосредственно это видео и ждали, когда прозвучит ваш номер. Всем удачи, до скорого!